множественные ножевые ранения. Половой орган отрезан. Глаза выколоты. Уже третий год в нашей области продолжаются зверские убийства детей. И кто же, по-твоему, детей убивает? К такому привыкнуть нельзя. Убийство продолжается. Но нужно использовать новые методики, особенно если старые не работают. Этот убийца действительно по-своему уникален. И поймать его обычными методами невозможно. Ты хоть понимаешь сейчас, у кого на контроле это дело? Гражданин! Документ извините. Что в портфельчике-то? Личная вещь. Почерк убийства, как копирку. Когда же это кончится? Я хочу, чтобы эта тварь перестала убивать. Мы даром теряем время. Он здесь был. Жаль, что тебе прямо здесь нельзя пристрелить, сука. Я вас! Говорит папа! Не кричать буду! Гражданин, проходим мимо. Здесь идет следственный эксперимент. Идите, нечего тут смотреть.